На фестивале «Золотая осень» пройдет более 450 кулинарных мастер-классов. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Сейчас расскажу подробности. Более 450 мастер-классов по приготовлению блюд бурятской кухни, старинным способом консервирования продуктов и перемалыванию зерна пройдет для москвичей и гостей столицы на фестивале «Золотая осень», сообщает официальный сайт мэра Москвы. С 4 по 13 октября можно бесплатно принять участие в кулинарных занятиях на центральных и окружных площадках фестиваля. Мастер-классы пройдут на Красной площади, площади Революции, площади Славы, площади Юности в Зеленограде, на улицах Перерве, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Светоозерской, а также на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского. Посетители смогут познакомиться с традиционными блюдами и напитками российских регионов, научатся готовить дальневосточный салат с морскими деликатесами, иркутскую уху с северной рыбой, кавказские пирожки с сыром, пирог с сибирскими ягодами, алтайскую медовую коврижку, липецкий штрудель и многое другое. Гости узнают о правилах сервировки стола, о культуре поведения во время трапезы, приготовят блюда из тыквы и сезонных овощей, а также узнают рецепты бурятской кухни и некоторых европейских блюд, традиционных блюд эпохи Средневековья и старинные способы консервирования продуктов, познакомиться с блюдами дьяковской культуры. Также посетители научат готовить еду из популярных кинофильмов и поделятся рецептами блюд советских пионерских лагерей. Фестиваль «Золотая осень» входит в цикл уличных городских мероприятий «Московские сезоны». Посетителям представят разнообразные фермерские продукты и оригинальные сезонные блюда. В рамках мероприятия пройдут фолк-концерты, лекции, мастер-классы, экскурсии, спортивные игры и другие развлекательные программы. Тема этого года – инновации в сельском хозяйстве. Подробности можно узнать на официальном сайте мэра Москвы. На этом у меня все. Следите за новостями столицы на сайте mymsk.online. Пока!